эфире передача «Бойко экстрасенсов». Я ее ведущий Сева Непореченко. В сегодняшнем испытании наших экстрасенсов мы положим некий предмет в этот футляр. И наши экстрасенсы попытаются узнать, что же там спрятано. Как видите, в нем лежат деньги. Посмотрим, смогут ли узнать наши экстрасенсы, что же находится в этом футляре. Первым к нашему испытанию приступит наш экстрасенс из Грузии, Мижиндан Набахаев. Итак, попытайтесь узнать, что же находится в этом футляре, не открывая его. Используйте ваши экстрасенсорные способности. Там находится карандаш. Вы в этом уверены? На 100%. Испытание не пройдено. Ах, какой! Итак, вторым к нашему испытанию. Вам не напрягать, что Ирка съебала. Ну ш... и все. Итак, вторым к этому испытанию приступает наш экстрасенс из Казахстана. Мижиндай Бараев. Итак, дайте мне понять. Вашей целью будет узнать, кто находится в этом футляре. Я помню, что он не говорит. Он говорит, что там находится валюта. Там 20 тысяч. Итак, вы уверены в своем решении? Открываем.